Санкт-Петербурге вовсю продолжается подготовка к конкурсу «Хулукай-2020». Не так-то и просто выбрать самую красивую, самую умную, самую достойную представительницу башкирской национальности. Она должна быть не только хороша собой, но и культурно подкована. Девушкам приготовлено несколько самых разнообразных испытаний, в том числе и народная хореография. Я здесь, благодаря своей любви к башкирской культуре, я очень проникнута к этому, симпатией, любовью, мне это очень нравится, собственно, поэтому я здесь. Танец, который мы, наверное, так и назовем, как и все, это танец, который будет посвящен празднику Кукушкин-чай, древний праздник еще до исламских времен, который связан с языческими верованиями птиц. И когда девушки приходили все вместе на поляну, они приносили чай, всевозможные вкусности. Для них это было возможно не только у милостивых богов, но и показать себя, например, в небольшом сольном танце. И вот наши участницы, помимо общей картинки, помимо общей композиции, еще покажут небольшие сольные кусочки, благодаря которым зритель сможет увидеть каждую из них, понять, в чем ее индивидуальность и что получается у нее лучше всего.